Всем здорово, мои дорогие друзья! И сегодня мы с вами построим, ну, вернее, улучшим один вертолетик, а именно вот этот. Это у нас, я сейчас вам покажу. Это у нас вот этот вертолет. Вот его название. Короче, ладно, потом посмотрите. Ссылку я на то видео оставлю в комментариях. То есть не в комментариях, а под видео. В описании, короче. Оставлю ссылку на тот видос. Но сегодня мы с вами улучшим вот этот вертолет, чтобы... Ну, он участвовал у меня в зомби-апокалипсисе. Зомби-апокалипсис у меня совсем скоро. Через 3 дня он у меня будет. Так что уже скоро. Давайте вот так вот поставлю телефончик. И мы будем начинать улучшать. Так, я оставлю вот эту вот штуку и вот эту вот верхнюю деталь я оставлю. И также снимаем все вот это. Все вот это снимаем. Оп. Вот этот хвост мы оставим. И теперь вот эта часть. Что мы с ней будем делать? Во-первых, вот эту деталь мы убираем отсюда. Для начала убираем вот эти две. Оп, оп. Убираем вот это. Убираем теперь вот эту детальку. В общем, полностью его разбираем. Вот таким вот образом. Вставляем только вот эту детальку и вот эти две. Вот так. Теперь, друзья, нам его нужно продлить. Для этого мы будем использовать детали. Детали. Так. Вот такие вот детали мы будем использовать. Сейчас я их найду. Друзья, что не могу найти эти детали. Шось нема. Шось нема. Ладно, друзья, давайте я сейчас поставлю на паузу и попробую найти эти детальки. Погнали. Прошло совсем небольшое время после паузы, и я нашел вот эту замечательную детальку. Нам хватит и одной. Так вот, располагаем. Теперь берем деталь 2 на 4. Оп. Вот она. Родненькая. Располагаем ее снизу. Теперь ставим вот так вот. Отлично, друзья. Отлично, прекрасно. Так. Кстати, друзья, я нашел еще третью такую детальку. Возможно, вот эта вот стойка будет немножко шире. Немножко больше. Так, отлично. Теперь возвращаю вот эту детальку сюда. Так вот. Оп. Вот и чудненько. Теперь берем вот такую деталь. Ставим вот тут.
И вот таким вот образом тут еще располагаем детальки. Так, сейчас. Располагаем также вот тут. Я этот вертолет делаю впервые. И я еще впервые делаю свои самодельные вертолеты, так что не судите строго. Так что, не судите строго. Теперь располагаем сидушки. Первую мы делаем вот тут. Ставим вот так вот. Не, даже вот так вот мы ее располагаем. Вторую делаем вот тут. Так, и третью. Можно, конечно, располагать две, но я поставлю три. Все-таки для зомби-апокалипсиса нужно большое место в вертолете. Так, теперь стеклышко. Стеклышко мы ставим тут. Располагаем единственное стекло в этом вертолете вот тут. Можно, конечно, их больше ставить, но я ставлю одно. Потому что у меня их нету, только оно нашел. Теперь делаем тут такие вот стенки. Ну, это типа выжившие сами собрали из деталей, поэтому оно такое разноцветное. Так. Ух ты, ничего себе деталь нашел. Ха-ха, нормально. Вообще круто. Так, теперь нужно деталь 1 на 6. Короче, ладно. Вы же уже сами из деталей забрали, правильно? Так что тут будут участвовать еще и детали дерева. Вот так вот располагаем. Теперь располагаем тут вот такую деталь. Теперь вот тут мы это убираем. Отлично. Теперь. Я немножко разберу самоделочку для зомбарей. Так. Так, сейчас. Ладно. Делаем тут вот так вот. И вот так вот. Отлично. Теперь. Нам нужно сделать крышу этого вертолета. Конечно, трудно это назвать вертолетом, но все-таки будем его так называть. Для начала сделаем вот такую штучку.
Такс. Вот так вот. Теперь делаем крышу. Берем такую детальку, на нее ставим вот такую детальку. Располагаем это все вот тут. Друзья, извиняюсь, мне как обычно помешали. Продолжаем. Так, ладненько. Впереди нам нужно прикрепить какой-нибудь тайлик. Например, что типа вот таких вот. Что типа вот такого. Или, например, какую-нибудь решеточку. На окна, может, вот так вот. Что типа. Не, все-таки ставлю вон те вот. Потом, если что, поставлю и решеточку, и все, что только можно. Пока что оно будет выглядеть вот так. Теперь располагаем здесь. Вот так вот. Так. Так вот. Теперь. Опа. Да. Что, друзья? О. Хотя нет. Штука не подходит. Ладно, сделаем тут типа вот такие вот лампочки. Что типа того, она типа не горит, а другая работает. Теперь нам нужна деталька на 5 вот тут. Блин. Сейчас, друзья, нажму на паузу, найду кое-какую детальку. Короче, нашел эту детальку. Продолжаем. Делаем вот таким вот образом. Стенки. Что на полу, не понимаю. Блин. Хоть уж что важное упало. Ладно. Обойдемся как-то. Тут мы ставим такую решетку. Тут тоже вот такую решеточку. А вот тут мы уже располагаем. Значит, делаем вот так. Делаем вот так. И теперь очень важная штучка. Нам нужно сделать штуку, с помощью которой будет крутиться наша вот эта вот штучка. Вентиль, короче, вот этот. Как это называется? Слушаем вот эта штука. Как у нас будет крутиться? Да, упала очень важная штука. Вот, нашел. Очень важная штука упала, но я ее нашел все-таки. Так. Это нам нужно прикрепить как-то. Давайте вот так вот прикрепим.
И теперь располагаем тут крышку. Так. Ага, еще вверх нужно поднять. Блин. Отлично. Отлично. Делаем тут тайлики. Прекрасно. Получается пока что вот такой вот вертолет. Теперь располагаем нашу такую вот штучку. Угу, она слетает. Если она слетает, то нам в помощь пластилин. Берем пластилинчик и немножко вот так вот эту детальку. Оп, ну-ка. О, крутится прям как мне нужно. Почти не крутится. Вот и чудненько. Тут нужно постоянно пластилин тут это крепить. Ну и чё. Вот и славненько, что оно так крутится. О, хорошо пошло. Отлично, друзья. Вот так вот оно мне и нужно, чтобы крутилось. Теперь лыжи. Лыжи слишком маленькие. Поэтому мы берем не детальки на 8, а больше. Больше. Например, детали на 10. Но у меня их сейчас нету. Так, я сейчас найду 2 детали на 10 и уже продолжу съемку. 10 или нет? На 10, да, на 10. В общем, друзья, нашел эти детали. Давайте сейчас их соединим. Таким вот образом соединяем. Опа. Опа. Этот вертолет специально будет без каких-либо пушек. Может, какой-нибудь миниган вот тут повешу. Ну, а так он будет без пушек. Почти. Миниган. С миниганом будет жестко. Таким вот образом делаем лыжи. И располагаем их вот тут. Если они расположатся. Вот так вот. Теперь вот тут. Мы с вами должны сделать какую-то более крутую штуку, чем тут было. Очень крутую штуку нам нужно сделать. Все-таки это вертолет для зомби-апокалипсиса, а не для полицейских. Для полицейских подойдет даже кукурузник какой-то. А для зомби-апокалипсиса нужен крутой вертолет. Вот блин. Блин. Детали, но нам нужно еще кое-какие детальки, которые я возьму, пожалуй, самоделки. Ага, на самоделке их тоже нету. Вот, блин, все разобрали уже, наверное. В общем, ладно, друзья, сейчас я найду эти 2 детальки и уже продолжу. В общем, нашел я 2 эти детали. И давайте сейчас начнем уже строить. То есть продолжим строить. Так. Ага. Нам еще тут нужна деталька на 1. Вот она. Вот так вот мы ее располагаем.
Тут я на ее месте расположу вот такую вот детальку. Во, чтобы не видно было. Круто я придумал. Конечно же, круто. Теперь располагаем эту деталь вот тут. Ага, друзья, нам даже три детали пригодится таких. Вот таких. Ай-яй-яй. Да. Сейчас, друзья, найду кое-какие детальки. Уже не те, но кое-какие другие. Ну что ж, друзья, продолжаем. Вот сюда мы ставим такую детальку вместо другой. Вместо вот этой. А тут мы с вами делаем такую штучку. Берем такую детальку и снизу ставим одиничку, так сказать. Одиничку, как говорил один украинский ютубер. В общем, вот так вот у нас получилось. Хвост, конечно, громоздкий. Наверное, давайте его как-то уменьшим. Вот так вот. Вот дыночку давайте его вот так вот уменьшим. Оп. Оп. И вот сюда вот эту лампочку. В общем, ладно, друзья, сегодня мы с вами вот такой вот вертолет сделали для зомби-апокалипсиса. Если он вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну, всем спасибо за просмотр и всем пока. Был Денис. Всем пока-пока. И вот, друзья, вот сюда вот можно пристроить какие-нибудь такие вот детальки, типа такая вот прожектор, какой-то лампа. Даже давайте вот посмотрите. Вот вместо вот этих вот деталек мы ставим вот этот самый прожектор, и будет светить, что впереди. Вот это мы ставим вот тут, типа, какие-то дополнительные железки. В общем, ладно, друзья, всем пока.